Привет, друзья! Сегодня 16 октября, и я предлагаю вам присоединиться ко мне и походить по лесу в поисках грибов. Итак, наш первый улов — это вот такие вот маслятки. Хороший масленок. У нас в Днепре сейчас торгуют маслятами. 60 гривен килограмм стоит. Вот еще маслятки растут лучше всего при среднесуточной температуре 18 градусов. Вот. Когда температура опускается до минус 5, они уже прекращают свой рост. Лучше всего, конечно, маслята растут наиболее массово на третий день после дождя. В одном из прошлых роликов я говорил о 17 видах маслят. На самом деле их около 40 видов. Вот, маслятки выращивают в промышленных масштабах на Канарских островах, в Мексике. Некоторые виды маслят встречаются в Африке и в Австралии. Так, это сыроежка. Сыроежки мы не берем. А вот еще масленочек такой большой. Маслак. Иногда встречаю маслят таких больших, как белый гриб, на толстой ноге. Попадаются иногда экземплярчики. Так хорошо, тихо, нету никого. Сегодня даже куртку не взял с собой. Тепло, как будто бабье лето возвращается. Не ветерочка, солнышко светит. Замечательная погода. Ну вот, я так и думал, что под дубом встречу белый гриб. Такой какой-то он с приплюснутой шляпкой. А вот еще маленький рядышком. Жена звонила, говорит, видела вчера на рынке, у нас белый гриб по 150 гривен за килограмм продают. Описал один из подписчиков, что у них в Херсонской области поляки открыли приемку белых грибов и за килограмм предлагают до 500 гривен. Это приличные деньги. Вот такие вот зонтички растут здесь. Какая-то бугорочек. Посмотрим. Сыроежка. Недавно хотел пожарить зонтики. И мама говорит, что невыгодно их жарить, так как много яиц уходит на них. На самом деле это не так. Просто она жарила их. Эклер готовила с мукой. А я готовлю несколько иначе. И даже недавно угощал матушку свою. Ей очень понравилось. Кляр готовлю так. Беру просто яйцо, вилочкой его размешиваю, желток с белком. Добавляю туда соль, перчик черный, молотый. Как бы намазываю на отбитую шляпку зонтика. Вот, не надо там толстым слоем, не надо добавлять муку. Получается очень нежный и вкусный гриб. Итак, друзья, смотрите, что я нашел. Вот под сосенкой торчат два вот таких вот грибочка. Даже три, вон еще один. Вот
Там еще один. Так. Вот. Вот это вот белый гриб. Настоящий польский гриб, просто он маленький еще. Обратите внимание на цвет ножки. О, вот и масленочек. Вот еще маленький. Еще один. И вот. Каркуши прилетели. А мы тем временем маслятки нарезаем. Вот здесь участок хвойного леса заканчивается. Начинается смешанный. Сейчас мы туда пойдем, посмотрим. А может быть там что-то хорошее нас ждет. Золотая осень. Сейчас, наверное, градусов 18. Так хорошо, легко дышится. Прекрасная погода. О, похож на беляшек. Так оно и есть. Да. Действительно, беляшоночек. В ямке сидел, вылазить не хотел. А вот поглядите, здесь явно давно никого не было. Вот такое семейство маслюковское. И вот рядышком еще растут. Чистенькие, в юбочках. Вот.
маслятки по своим вкусовым качествам не уступают белым грибам. Друзья, посмотрите, какой интересный зеленый гриб. Не знаю, стоит ли его трогать руками. Давайте посмотрим. Это, наверное, маховик такой. Какой странный. Ну, я таких не знаю грибочков. Наверное, маховик. Пишите в комментариях. Брать я его не буду. Не смог обойти болотце стороной. Залез вот на поваленные ветки и сразу же увидел вот такой подосик. Ну-ка, иди сюда. О, красота. Листочков нападало в ведро. Ну да ничего. Сбивают с толку. Осиновые листочки красные. Издалека смотришь, вот это осиновые. О! А вон вижу подосиновик, но он не красный. Он розовый. Такой бледный. Он такой же пожилой. Вот таким образом я лезу за ним. А вот прямо на виду торчит. Так, ну тут надо внимательнее быть. Вот залез на лежащие деревья. Плюс высока, лучше видно, как торчит белый гриб. Вижу его шляпу. Идем к нему. И подосиновик рядышком. Вот он. Такой чудный. Он прямо из подлежащего дерева. Вот. А рядышком подосик. Вот такой. Так, по-моему, я вижу еще белый. Если это белый. Ага, во-первых, вот подосик есть. А во-вторых, среди мухоморов видим белый. Мы их подчистим. Вот стоило мне залезть поглубже в кусты, как я увидел такой прекрасный экземпляр. Даже два. Вот они. Как в той шутке. В постели я так себе, но в кустах мне нет равных. Вот. Ух ты. Ух ты. Какие. Как березовишки. Прикольные. Так,
Вот еще. И вот. Ух ты, ё-моё, а это что такое? В траве спряталась тут. Ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Еще вот. Ух ты. Повезло, так повезло. Это ж белые грибы. Уху-ху-ху. А вот еще тройняшка. Тройничок такой. Ой. Ой. Класс. На одном месте. Так. Ну. Нормальное место. Фух, вот на коленках стою. Ой. Тот, что больше был, оказался червивым. Видите? Пусть с него еще будут грибочки. Зато вот второй чистенький абсолютно. С таким отверстием в шляпе. Вот. Пора, наверное, пакетик доставать. Вот смотрю, смотрю, смотрю. И вот такой подберезовик увидел. Стройняшка. Так, тут такая солнечная сторона болота. Камыши. Плохо видно. Все плохо видно. Ух ты, я тут оставил ведро и не видел, что тут торчит. Вот. Из-под заваленного пенечка. Вот. Надоело шерстить болото. Решил вылазить. Ну, я груженный уже. По болоту ходить неудобно. Масленочек. Вот зонтики тут везде изобилуют. Все, насобирал уже. Уже хватит. Дома ругаются. Куда эти грибы завалил? Ух ты! Ё-моё! Ё-моё, что это такое? Это белый такой здоровый. Значит, то был не царь. То был лже-царь. Вот это царь. Ё-моё. Вот царь. Ё-моё. Вот это гребяка, друзья. Ну, говорят, если нашел белый, значит, надо еще рядом искать. О, что это? Бугорочек. О,
ты мой маленький, иди сюда. Мой хороший. О! Так. Азарт опять проснулся. Да. И так еще вот на открытом месте торчал, как его до сих пор не увидели. Я не понимаю вообще этого. Объяснение только одно. Гриб ждал меня. Трофейный экземпляр. Так, ну это масленок. Действительно трофейный экземплярчик. Смотрите, друзья, он совершенно чистый, не червивый и большой. Рядышком еще такой канавки. Еще вот такой грибочек. Вот видите, какая тут местность. Смешанный лес. Сосенки. Старые сосны. Дубочки. Уже хотел уходить. Оказывается, рано я спешу. Вот еще. Это здесь было, а это вот здесь вот. Вот они любят такие лощинки. А вот люди, конечно, свиньи. Бутылки побросали, позасирали. Лес. Такое место тут хорошее. Вот оставил там ведро с пакетом. Решил тут еще походить. Думаю, гляну-ка я в ямке. Как сын мой говорит, что ямку грибы любят. О! Ну, я же говорю, люди вон свинота просто. Такой беляк торчит. И рядом же мусор валяется. О! Он прекрасен. Хоть бы там ведро мое никто не стащил. О! А вот, что это такое тут? Еще что ли? Да. Хорошее место. Да заберу, наверное, эти бутылки на мусорку, вывезу по дороге. Так, тут, друзья, посмотрите, под дубом растет рыжик. Я уже как-то говорил вам про эти грибочки, очень хорошие. Такой красавчик. Оп. Да, ну этот лесочек просто прекрасен. О, вижу. Сейчас вам покажу. Вот такой вот еще. Класс, такой прям белый из-под низу. Крутой грибочек. Смотрите, друзья, какое сокровище тут я нашел. Принесло бутылку, выджуглило. Забирай назад ее домой. В Европу хотят. Какой маленький ужонок. Ползи, ползи отсюда, с дороги, ползи.
Давай. Фух, устал. Тащить уже еще жарко так на улице. Я так нагулялся. Друзья, пока доплелся до машины, уже весь мокрый. Действительно жарко сегодня, 16 октября. На редкость такая погода. Вот собрал вот здесь вот ведро маслят и беленьких подосиновичков, подберезовичков. Ну и, конечно же, пакован мусора. Всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.